Nunca doy más yo, niña, nunca doy sin.
Потому что Бог внутри тебя, и ты не один будешь решать эти проблемы, а Бог будет внутри тебя их решать. И еще, знаете, такой четвертый такой урок. Я сейчас не перестал, там один раз. Давид, когда сделал неправильный шаг, он проанализировал всю ситуацию, что произошло в жизни, что произошло лично для него. И потом он все это исправил.
и начал идти правильно. Вот, дорогие братья и сестры, знаете, мы часто в жизни ошибаемся. И Бог нас не винит. Бог, Он не упрекает нас, когда мы ошибаемся. Но делаем ли мы правильные выводы из всего этого, что происходит в нашей жизни? Знаете, есть такая поговорка: наступить на грабли дважды. Вот, к сожалению, христиане трижды и четырежды наступают на одни и те же грабли. Казалось бы, ну уже хватит, уже научись на своих собственных... Вот у нас полно здесь примеров ошибок людей, на которых можно учиться и обходить, нам не спотыкаться. Но мы 10 раз на одни и те же грабли наступаем. Писание нас учит и говорит: делай правильные выводы. Ты споткнулся, ты что-то сделал не так, ты неправильно, ты понял. Бог тебе это покажет, Бог тебе обязательно покажет это. Потому что если в твоей жизни что-то произошло, ты начинаешь думать, начинаешь молиться, приносить это Богу, почему, что, и Бог тебе начинает показывать: а вот здесь ты поступил неправильно. Вот здесь ты подумал, что можно поступить по примеру мирского человека. Ты поступил неверно. Покайся и поступай как мое дитя, как человек, который достойный называться. Написано, на этой земле, да, пришли, и веруя в Господа Иисуса Христа, мы начинаем вступать в битву. Битву с чем? Со злом, правильно? А враг человека — это кто? Это сам человек, который внутри нас находится. Теперь, если мы верующие люди, то мы должны объединиться. Где мы должны объединиться? Потому что битва наша, она за стенами этой церкви находится. А здесь, вот это, да, это как наш штаб, я просто так скажу. Штаб-квартира ООН. Штаб-квартира, да. Аллилуйя. Иисуса Христа. Да, здесь находится. Аллилуйя. А так как мы церковь, так как мы воинство Божие, у нас должны быть определенные субординации. Аминь. То есть мы здесь имеем какой-то закон Божий. А как он приходит к нам? Единородный Божий Сын пришел, страдал за нас на Голгофском кресте. Он знал, что мы не сможем исполнить эти законы этими жертвами и не искупиться этими жертвами. И Бог предусмотрел это все, что человек не может искупиться жертвами, законами. И Бог послал Сына Своего в умилостивление за нас.